Конечно же, Красноярский край готов к проведению сельскохозяйственной переписи 2016 года. Напомню, что данное мероприятие проводится в соответствии с федеральным законом о сельскохозяйственной переписи. Это вторая перепись в истории, постсоветской истории нашего государства. Первая перепись была в 2006 году. И вот спустя 10 лет мы подводим итоги, получаем актуальную информацию о результатах нашей работы в отрасли и о эффективности реализации тех программ, которые реализовывались на территории Красноярского края и Российской Федерации в общем. Конечно же, для нас эта информация очень важна, потому что вся экономика страны, наш потенциал, наша продовольственная безопасность в том числе, она всегда оценивается и планируется с учетом той информации, которая получается в ходе сельскохозяйственной переписи. Сельскохозяйственная перепись – это прежде всего изучение тех ресурсов, ресурсных наших возможностей, которые есть и на территории Красноярского края, и на территории государства, которые позволяют нашему государству обеспечить едой не только наше население, но и говорить о том, что Россия может быть экспортером, и она сегодня уже является таковым. Для Федеральной службы статистики перепись стартовала на самом деле уже давно, и закончится она гораздо позже обозначенных сроков. Предваряя вот этот основной этап, проделана на самом деле большая работа. Я не буду останавливаться на детализации. Хочу сказать только одно, что в соответствии с ранее обозначенным планом вся работа проводилась в установленные сроки, без каких-либо отклонений и срывов обозначенных мероприятий. На сегодняшний момент мы оснащены всем необходимым инструментарием, всеми необходимыми ресурсами. Оказывается, содействие со стороны региональных властей, со стороны муниципальных властей в рамках тех полномочий государственных, которые были переданы посредством закона Красноярского края по проведению и подготовке переписи на муниципальный уровень в части обеспечения помещениями, транспортом, связью, охраной нашего переписного персонала. Здесь хочется всем выразить большое спасибо. Наверное, стоит отметить еще один момент. По труднодоступным и удаленным территориям методология предусматривает сдвиг сроков. Таким регионом у нас в крае обозначен самый большой, как мы знаем, в России муниципальный район, Таймырский, Долгано-Ненецкий муниципальный район. Там перепись будет проходить с 15 сентября по 15 ноября. Период проведения сельскохозяйственной переписи на органы внутренних дел возложена задача обеспечить безопасность переписчиков, который сейчас был представлен в униформе, и обеспечить сохранность переписных материалов, и обеспечить безопасность переписных участков. Потому что на самих переписных участках, где будут храниться все эти материалы, они тоже будут контролировать сотрудниками полиции для того, чтобы не произошли там какие-либо противоправные деяния, связанные с хищением и так далее.